помогли всем миром. Средства на транспортировку Ирины Вокуевой, которая получила травму позвоночника, собраны. Сейчас наша землячка находится в больнице в Гаграх и уже на следующей неделе планирует вернуться домой, где будет проходить реабилитацию. Катрина Тайбарей продолжит. Вспоминая то утро, Ирина Вокуева еле сдерживает слезы. Наша землячка, учительница химии и биологии одной из городских школ, находясь в отпуске, поскользнулась на мокром полу, упала на спину и получила трансмиссионный перелом первого позвонка поясничного отдела. Привезли в больницу, когда руки, ноги шевелятся. Течение требует движения, только лежать. Никакой операции врачи не предлагают. Это очень хорошо. Сейчас Ирина чувствует себя удовлетворительно. По прогнозу врачей, лечение может занять до 9 месяцев. В ближайшие 30 дней жительница Наринмара проведет в лежачем положении. Ей нельзя сидеть, стоять и лежать на боку. После предстоит пройти вытяжку. Далее длительное время носить специальный корсет на прутьях. У меня сегодня прилетел сын. Вот он решал вопрос по поводу обратной транспортировки на скорость на нас. Как все решилось, там подтвердили бронь. И 3 августа мы летим домой. Ирина выражает благодарность всем, кто поддерживает ее в тяжелой жизненной ситуации морально и материально. Огромное, конечно, спасибо хочу сказать всем своим родным, близким, коллегам, всем, кто помог. Очень много помогло людей, которых я даже не знаю. Это большие деньги были собраны, и билет, который мне будет выкуплен, он будет стоить примерно 165 000, плюс-минус 10 000, как мне сказали. Ну и плюс еще билет сына, который прилетит сюда. То есть нужно купить носилки, покупаем лекарства. Отдельные слова благодарности Ирина Вокуева передает людям, которые сориентировали ее в данной ситуации и пришли первыми на помощь. Вот огромное спасибо хочу сказать Чурсанову Александру Павловичу и служителю Ольге Юрьевне, которые первые из округа пришли мне на помощь. Помогли сориентироваться, куда пойти, куда, что спросить, как наладить мою транспортировку. Как меня встретят на Ринаре? К слову сказать, в Абхазии в больнице вообще не кормят. То есть если ты попадаешь один, то здесь одному прожить очень-очень сложно. И на целый день персонал подлечил только водичку. А потом спасибо большое хозяйке, у которой я остановилась. Она тоже работает, поэтому мне приехать не могла, приехала только поздно вечером. Вот она принесла мне еды. Необходимая сумма на транспортировку собрана. Материальная помощь на покупку приспособлений для реабилитации приветствуется. Номер телефона для перевода денежных средств вы видите на ваших экранах. Телеканал «Север» желает Ирине скорейшего выздоровления. Силы терпения близким. Катрина Тайбарей, телеканал «Север».